Устанавливаем лазер таким образом, чтобы перекрестие луча попадало на серединку отверстия. Затем прикладываем плитку на нужное нам место и отмечаем. Таким способом отверстие окажется в нужном нам месте. Также можно применить лекало для более больших отверстий. Результат, как мы видим, положительный. Плитку кладем по лазеру. Также пользуемся СВП. Не забываем проверять правилом. Края плитки закрываем малярной лентой. Затем штукатурим. И проходим лекалом в размер мозаики, после чего наносим гребенкой клей . Убираем скотч и укладываем фриз из мозаики. Тщательно укатывая его. Откосы кладем таким образом, чтобы мозаика ложилась вровень угла откоса. И угол 90 градусов получился идеальным. Как мы видим, результат положительный. Затирку на мозаику наносим по диагонали. И тщательно втираем во все стороны. После чего полируем. Как мы видим, результат также положительный.
Спасибо за внимание.